Мрачным, правда, жизнь всегда была таковой. Люди растят любой цветок, лишь чтобы сорвать его. Посмотри на последний закат, скажи всем пока. Йо-йо, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами Влад Экпорт, и сегодня у нас наш любимый, просто в плане аниме тематики, в плане тематики вот этих мультиков, да, прекрасных, роскошных, невероятных, Варвоид, но сегодня он не один выступает перед нами, не один будет вещать, да, так называемую песенку про какую-то аниме-историю, да, но и с ним будет какой-то некий персонаж, которого я буду первый раз слушать, а не рэп, интересно, или ан-один рэп. В общем, напишите правильно, как читается его ник. Но мне, наверное, очень сильно понравится, потому что ни один трек Варвоида еще не было такого, что вот мне не зашел. Вот ни одного трека я вспомнить лично не могу. Я ставлю лайк за старание, эту работу порекомендовал. Вот ты, огромное тебе спасибо. Варвоида вы любите, и я в том числе тоже полюбил его благодаря вам, ребят, потому что, ну, невероятный чел, талант, и просто делает потрясающие работы, какими бы они ни были. Мне тут еще сказали, что у него есть то ли канал, то ли какое-то прозвище другое, он делает работы, не связанные с аниме, и обязательно это нужно будет прочекать. Напишите, правда ли это или нет. Очень интересно, ребят. Ну что ж, обещанный Neverland, интересно, это какое-то аниме, как всегда, наверное, будет история, рассказ, и, конечно же, ребят, кто шарит, я жду вас, конечно же, пояснения. Вы огромные молодцы, вы просто гиганты вот этого вот всего художества, да, анимешного. Я думаю, это какая-то прекрасная аниме, как всегда, мультик анимешный или какой-то сериал, даже быть, всякое может быть, ребят. Ну что ж, на весь экран лайк, подписочка с вас, ребята, конечно же, всем приятного аппетита, конечно, наполняйте свои животики, и, конечно же, не забывайте про спорт, ребят, занимайтесь спортом, хотя это выбор каждого, ребят. Но я занимаюсь. Так что, ребят, что ж, погнали. Прошу прощения за смски на телефоне. Я его так откладу. Отложу, да? Чуток. И он больше не будет нам мешать. Что ж, поехали. Варвоид, а не рэп. Обещанный Неверленд. Интересное название, уже впечатляет. Что ж, поехали. Но биток грустный, уже как бы уже вот качество хорошее. Мне нравится, когда грустные биты, грустные песни. Не знаю, в этом есть какой-то шарм, что ли. Ну, лично для меня. Конечно же, на вкус и цвет, как говорится, товарищи нет. Да, у всех разные вкусы, но вот мне нравятся всегда грустные работы. А судя по биту, это будет ну, такая вот какая-то грустная лиричка, наверное. Хотя, кто его знает? Давайте. Неверленд, манящий плен, солнце пляшет на стекле. Если есть рай, то он здесь, и каждый весел сыт в тепле. Не секрет, 12 лет, ты здесь что подрос окреп. Но на выход за пределы центральных ворот запрет. Дети, цветы жизни, и мы в этих цветниках росли душистые. Мама тут в роли садовника, нас заботой окружила. И хоть живем по режиму, но размеренно. И время нам дано расти в тиши. Так, я здесь что вижу? Сразу, ну как бы, наверное, это какой-то детский дом, да, или какая-то школа, да, где вот находятся вот эти ученики. И что могу сразу отметить, то как подает Варвоид, это прям очень сильно, очень мощно. Ты ему доверяешь, ты хочешь ему верить, ты, так сказать, входишь в эту историю полностью. И заплываешь вот туда, вот вглубь. На самом деле отлично подает, шикарные слова, шикарно, ритмично все сделано. Прям подано, так сказать, с душой, да. Отлично, пока что все нравится. И вот это аниме тоже очень хорошее. Наверное, когда-нибудь его нужно посмотреть, судя по тому, что я на данный момент услышал, да. Но не все так просто, да, на самом деле, потому что уже начинается скос куда-то в грустную атмосферу, потому что все так хорошо, но не может быть все так хорошо. Скорее всего, концовочка будет не очень хорошая, хотя сейчас узнаем, сейчас посмотрим. Давайте дальше, но пока что 49 секунд прошли на одно мгновение, и это просто отлично.
по утрам тестик. Проходим вместе, дурные вести не грозят. Набери косяк, может вряд ли пойти. Все здесь мы все мечтаем, что нас из приюта заберут. Да, вот приют, приют, вот основное слово. Это приют. И так называемый, ну, в том же, можно это назвать и детский дом, да, все дети ждут, чтобы их забрали, все хотят получить полноценную семью, да, маму, папу, братья, сестер, или как получится уже, но каждый ребенок из этого, так сказать, приюта, да, ждут своих, так сказать, будущую свою семью, да, я бы так сказал. Но картинка мне пока нравится, потрясающая, я бы сказал. И вообще вот любое аниме, которое взять, ну вот вообще любое, да, вот какие бы я картинки не видел из любых аниме, все сделано всегда качественно. Это обозначает что? Это обозначает то, что над аниме очень сильно стараются. А почему стараются? Потому что очень многим людям это нравится. И из-за этого и качество, конечно же, очень хорошее у всех аниме. Хотя, конечно же, там очень много разных вот платформ, да, этих аниме. И каких только их нет на самом деле. Давайте дальше. Ведь мы с окраины, шанс взглянуть на мир из книг сакрален. Но нарушив правила однажды лишь разок, мы узрели то, что навечно сделало взор. Мрачным правда жизни всегда была таковой. Люди растят любой цветок, лишь чтобы сорвать его. О-хо-хо-хо. Это сильно, это мощно, я бы сказал. Прям, знаете, продрал меня, да? Хорошо. Хорошо. Значит, в этой истории, я так понял, были какие-то дети. То ли они сбежали, то ли они сделали что-то не по правилам, да? И все пошло не так, как нужно, да? Открылись глаза на то, что на самом деле не все так хорошо, как казалось, да? Вот в этом приюте, как все было замечательно внутри. И стоило один раз нарушить правила, и картина, так сказать, обернулась другой стороной и показала спину. А в этой спине, оказывается, совсем другие вещи. И Варвоид нам тут просто этой фразой просто разбил мою душу, разбил и вашу душу, я надеюсь. Но очень сильно это было сказано. Просто вау, просто аплодисменты. Гений, гений, одним словом. Хорош. Давайте слушать дальше. Вообще просто на одном дыхании смотрится. И главное, очень много мыслей. И само по себе аниме очень интересное, это уже понятно, мне кажется. Нужно обязательно, блин, никак времени не могу найти на просмотр аниме. А уже на самом деле очень много мне кто что рекомендовал. Там просто очень много аниме. И нужно как-то обязательно посмотреть, так сказать, войти внутрь и поглотиться с головой, да, с головочкой, как говорят анимешники, да. Потому что реально там я слышал, что у анимешников есть такая там, не знаю, правда нет, традиция что ли, посмотрели аниме, записывать его в текстовый документ, чтобы потом история была такая, что они вспоминали, что они смотрели, даты там писали, да, не знаю, правда нет, напишите в комментариях, но это очень интересно. И обещанный Неверленд, походу, очень интересное аниме, очень интересно. Посмотри любой цветок, лишь чтобы сорвать его. Посмотри на последний. Да, этот момент я хочу вот прям с самого начала переслушать про цветок, потому что это было потрясающе. Мы узрели то, что навечно сделало взор. Мрачным правда жизни всегда была таковой. Люди растят любой цветок, лишь чтобы сорвать его. Посмотри на последний закат, скажи всем пока и уйди навсегда. Твоя жизнь как оковы замка, просто игра, где бездна и трав. Темноту, там ящик Пандоры. Если откроешь, придется сражаться, и друг рядом бежать мы готовы. Мама, скажи, кто мы. Отлично, просто так на спокойнике подает, да. Вот просто вот как к себе домой входит. Ну, в принципе, это его дом, это его канал. Он делает все, что угодно здесь, и имеет полное право на это. Вот прям я чувствую, как вот он. Вот он смотрит аниме, да. Вот они вдвоем посмотрели аниме. И у них уже такой план в голове. Давайте сделаем историю. Сделаем полноценную историю. Чтобы у зрителей были мурашки по всему телу, настолько хорошо мы это сделаем.
И не будем сюда никакой грязи лить. Вот тупо, наверное, скорее всего, по фактам. Вот как было в аниме, так они сделали. Скорее всего, начало аниме было достаточно хорошее. В середине начался разгон да какой-то. И, наверное, ближе к концу была развязка, да, вот этого всего, да. Что не так, как все хорошо, что вот эти дети, которые сделали какой-то поступок, да, может быть, он даже неправильный, может быть, он правильный. И раскрылись глаза по полной программе у них, да. Это очень сложно сделать, вот лично мне, как человеку, который вообще, как бы, не знает аниме, но, допустим, смотрел, ну, огромное количество, допустим, каких-то фильмов, да. И просто вот так описать даже фильм, вот, в песню, да, сделать, это очень сложно, и мне такого точно не видать, но я думаю, Варвоиду это как просто расплюнуть можно делать, и я очень ему советую, вот, просто, допустим, выходит какой-нибудь фильм, там, вот, Форсаж новый выходит, взять и просто вот тоже разобрать Форсаж тоже в такую песню, я думаю, людям это может зайти. Можно попробовать создать новый канал, там запустить это шоу, все возможно, все, как бы, можно сделать, если он этого захочет, я думаю, у него все получится. Но в плане вот этих разборов аниме это просто блеск и шик. И, пожалуйста, напишите в комментариях, прав ли я хоть в чем-то, да? Или там в середине был разгон, или вообще в самом начале нам все показали. И судя по картинке, конечно же, это просто гениальное аниме. Гениальное аниме. Потрясное, я бы сказал. Давайте дальше. Каковы наши шансы? Сердце верит, что мы не пленны. Опа, а вот и новый персонаж, Анирэп ворвался. Ну, отличается, конечно, от Варвоида. Это уже интересно, это новые эмоции, это полноценные новые эмоции, которые мы сейчас получим от нового человека, Анирэп. Посмотрим, что он нам предоставит. Каковы наши шансы? Сердце верит, что мы не пленны. Мама, скажи, ферма, стены, монстры, наверное, заберут на... Здесь больше подача похожа на рэпера, на настоящего рэпера, как будто бы это реально рэпер, ворвался в вот это вот Варвоида стены, да, просто в дом Варвоида ворвался настоящий рэпер, который просто подает так харизматично, хорошо, попадает в каждую строку, пытается на харизме все это выдать, но я, конечно, не Варвоид. Но это совсем другая личность, нужно смотреть обязательно какие-то другие волны песни. Я думаю, он больше такой прям рэперок, да, чем вот Варвоид. Варвоид больше по разным стилям плавает, да, может и так, может и сяк. Этот чувак пока что просто врывается, как будто бы это настоящий рэпер в турнирке какой-то, да. Может быть, а может быть и нет. Но анирэп, в принципе, название, что он как бы анимешный рэп, да, но я думаю, он больше подходит... вот именно по голосу, по подаче, это как на нас настоящий рэпер какой-то турнирки там, семнашка та же самая, думаю, он бы там себя проявил на очень большие какие-то проценты, но мне нравится, доставляет удовольствие, красавец, я что могу сказать, красавчик, пусть развивается. Наша жизнь, неужели наш мир, это клетка, все же было так хорошо, а на деле каждый тут марионетка, душевный штиль сменился на шторм. Блин, ну как же отлично подает, да, вот эти слова марионетка, каждый из нас марионетка в этой жизни, да, это тоже самая, наверное, отсылка вот к этому аниме, что они раскрыли глаза и поняли всю правду, не все так хорошо, не все так, как у них в мыслях было, да, на самом деле. Ну, вот с каждой строкой мне больше интересно, все больше и больше интересно, что же там в этом аниме на самом деле. Хочется посмотреть, хочется перечитать, да, вот эту вот главу какую-то, да, которая рассказывает, что в этом аниме, книга, может, какая-то есть. Это все очень интересно. Три уставших детей сдаваться не намерены, каждый важен день для воплощения идеи. Разгончик красиво, хочу прислушать. На шторм. Три уставших детей сдаваться не намерены, каждый важен день для воплощения идеи. Сбежать все забыть, но как если мы втроем еще ладно, остальные малы уверены, что выйдет, нужно стараться, пленные с лабиринта выйти не ради оваций. Играем в спектакли, тренировки без палева, подготовка вкратце, ведь уже нужно сваливать. Пора поставить точку и обмануть гурманов, не выйдет в одиночку, но тут и друзей немало. Как же мама, пьеса поставлена, и мы готовы. Разве странно, что хотим сорвать себя эти оковы? Куда же дальше, но верим, что сердце подскажет. Норман, прости, любим мы, помним, без где опасность, умрем, пусть даже старания наши залог для свободы. Отлично, ну, чувак, Анирэп, ты тоже огромный молодец, просто блеск, шикарная прочитанная часть, все потрясающе вывез, все мне тут сказал, я достаточно все понял, могу, конечно, ошибаться, что я все понял, но, как я понял, это была история, уже подходит к концу, дети то ли сбежали из этого, да, вот, помещения, где они были, где они находились, то ли не сбежали, и они говорят, что там их ждет новая жизнь, по сути. И оковы сняты,
лице писнят, ребят. Решетка раскрылась, и жизнь начинается с самого чистого листа, так называемого, да? Интересная история, ребят. Жду ваши комментарии. Безусловно, вы мне все раскроете, пообщаемся. Пообщаемся, конечно же. Но это шикарное аниме и идеально прочитанная часть, а не рэп. Очень техничный рэпер. И больше похож тут, знаете, на именно рэпера, да, прям, ну, именно по подаче, по харизме, вот по этому всему, да. Хорошо? Ты план удался, все датчики вышли из строя. Вера в себя, не сдавайся. Каждый маленький воин однажды вернется, дабы спасти остальных. И сердце бьется у каждого. Розы есть шипы. Посмотри на последний закат. Скажи всем. Блин, да мурашек, вот эта фраза про шипы. Блин, ну они умеют. Не знаю, кто это все придумал, да. Я думаю, ну, Варвоид, скорее всего, да. А не рэп. Просто за движуху пошел, да. И, скорее всего, Варвоид ему предложил. Говорит, хочешь со мной трючок сделать? Только давай сделаем. Все как, типа, для моих зрителей. Я для своих зрителей пилю только годный контент. Так что давай сделаем так, чтобы эмоции были самые, что есть, настоящие. Чтобы до мурашек, так сказать, их пронзило, да. И у них это все очень сильно получилось. Браво! Просто 3 или 4 момента, которые меня довели до мурашек. В первом, где Варвоид исполнял, конечно же, вот эта завершающая фраза была великолепна. Припев был потрясающий. Разгон, а не рэпа, был великолепный тоже, ну, отлично сделал. И, конечно же, вот эта вот фраза про шипы, что в каждой розе есть шип, это просто блеск. И тут, конечно же, выше всяких похвал. И вот эта картинка, конечно, уже какая-то страшная, но звучала фраза, что мы придем за вами и спасем вас. Что же она обозначала? Жду ваши комментарии, безусловно. Но не все так просто, как кажется, я более чем в этом уверен. Пока и уйди навсегда, твоя жизнь, как оковы замка. Просто игра, небесная игра в темноту. Там ящик Пандоры, если откроешь, придется сражаться и друг рядом бежать мы готовы. Мама, скажи, кто мы, каковы наши шансы? Я говорю, тут лозунг, скорее всего, такой: все за всех и все за одного, да, скорее всего, здесь в конце нам дали понять это. Ну что могу сказать, это потрясающая работа. Минусов у этой работы вообще нет. Мне кажется, это просто, ну, гениально, восхитительно, могу сказать. Все эпитеты сюда подходят, всех прекрасных слов, конечно же. Картинка, что касаемо картинки, она просто блистательная, ребят. Ну, потрясающая. Шикарные сцены, и само вот этого аниме все начинается хорошо. Показаны дети в этом приюте, да. Все вроде хорошо, все отлично. Но оковы нужно снимать. И кто-то это, наверное, скорее всего, понимает. Какой-то лидер, он начинает оттуда сбегать, я так понял, да. И за собой он забирал, наверное, других своих друзей, ребятишек. И в конце концов все сбежали. Но все оказалось не так просто. Потому что открылся совсем другой мир. И он оказался не таким хорошим, как это было внутри этого вот места, да. Ну, очень сложная история, ребят. Это обязательно нужно, конечно же, смотреть, разбирать. Давайте пройдемся по персонам, да, что касается Варвоида. Но о нем вообще что-то можно говорить, да. Но давайте я скажу, как всегда, типа банальные вещи. Он прекрасен. Он просто выразителен, ребят. Каждая строка, каждое слово идет тебе прямо в лицо, в душу. Тем самым он показывает, что он не придает свой стиль, и ему главное делать текст вот от души. Вот он хочет донести информацию так, чтобы все просто получили невероятные колоссальные эмоции. И у него это, конечно же, получается. Браво, мое восхищение. Я из каждой работы просто удивляюсь. Из раза в раз просто, ну вот. Как есть, так и говорю, ребят. Каждая работа по-своему хороша. И в каждой работе есть этот момент просто до мурашек и доводящий. Да, это просто гениально. Не каждый так может делать. Вот у Варвоида получается. Так что
У него огромный талант, я бы так сказал. Что касается второго исполнителя, да, Ани Рэп, просто, ну, тоже хороший исполнитель, больше рэпер, мне кажется, да. Потому что Варвоид, он больше разнообразнее лично для меня. Он где-то может ускориться, где-то может спокойно подать, где-то может протянуть, где-то может наоборот не протянуть. То есть, очень разнообразный исполнитель. Это огромный плюс для него. Что касается второго исполнителя, я не скажу, что он однообразный, но все-таки у него есть одна, так сказать, тропа, по которой он идет, это агрессивный рэп, да, такой просто он на агрессии подает, разносит там просто вся. Так что я думаю, в батл вот этих вот турнирках, да, типа прошки, семнашка, да, вот что-то типа такого, он там просто, ну, должен разрывать, то есть хорошо подает, харизматично, я бы сказал, тоже хороший персонаж. Но все-таки для меня, наверное, из-за того, что я все-таки Варвоид очень давно слушаю, да, кайфую от его трека, для меня все-таки Варвоид неповторим, является вот такой топ-1 России, да, по вот этим аниме-историям, аниме-каким-то работам, аниме-песням, он обгоняет, ну, в моем рейтинге личном, это, конечно же, мой рейтинг, всех, кто с аниме-тематикой связан, потому что минусов ни одного не найду. Но как совместная работа, они здесь показали гармонию, прекрасно все, отлично получилось. Мне тут все понравилось. Ребят, как вам это аниме? Пишите в комментариях, обязательно, кто смотрел, жду от вас разбор, да, что там, как, что, почему. И, конечно же, огромное спасибо, кто досмотрел до сюда, кто осилил это, да. Наверное, реакция получилась длинной, но что ж, это Варвоид, невозможно просто вот так без стопов смотреть, потому что очень много эмоций рвется от меня, и я не могу просто вот их вам не давать. Я думаю, реакция создана для того, чтобы не просто, ну хотя разные реакции были и будут, я не спорю, но для меня реакция это то, что... какую энергию, точнее энергия получаемая от человека, который находится позади экрана, даже без веб-камеры, которая передается вам, и она должна до вас доходить. Если ее нет, то зачем вообще смотреть реакции? Нужно, конечно же, отворачиваться от этого и всего лишь смотреть сами песни, потому что сами песни тоже дают некие эмоции, и, конечно же, песни нужно слушать без стопов, но это мое, конечно же, мнение, ребят. Эта работа была потрясающая во всех аспектах. Варвоид умница. Анирэп прекрасен, тоже молодец. Я желаю ему тоже развития. Варвоид уже развивается и будет развиваться дальше. Ждем от него новых работ, потому что последняя, по-моему, выходила месяц назад. Так что ждем новых работ, новых релизов. И обязательно будем делать на это реакции, ребят. Пишите в комментариях, на что сделать реакции. Пишите свое мнение. Пишите, понравилась ли вам эта работа от Варвоида и Анирэп. Если нет, то почему? Если да, то тоже почему? Очень интересно ваши тоже эмоции получить, ребят. Всем спасибо, ребят. Как говорится, делайте добро в этой жизни, оно обязательно ответит вам взаимностью, ребят. Всем удачи, всем пока. Цените своих родных и близких. И, конечно же, у вас все будет хорошо, ребят. Всем пока. Спасибо, что вы у меня есть, ребят. Удачи. Мрачным, правда, жизнь всегда была таковой. Люди растят любой цветок, лишь чтобы сорвать его. Посмотри на последний закат, скажи всем пока.